28 февраля – день рождения прекрасной Елены, замечательной актрисы, народной любимицы, профессионала с большой буквы Леночки Репиной. Мы познакомились в 1983 году, когда стали студентками театрального института. И с тех пор всегда рядом, поддерживаем друг друга, вместе играем в спектаклях, вместе снимаемся в кино – вместе празднуем дни рождения. А когда из-за плотных графиков вдруг эта традиция нарушается, то мы не забываем о дни рождения друг друга, даже на расстоянии, как это было в прошлом году. Поскольку мне сегодня еще работать, а сегодня прекрасный, замечательный день рождения моей подружки Леночки Репиной, то я позволяю себе выпить нулевого пива за ее здоровье, за ее день рождения. Ленуська, с праздником тебя. Ну, я приеду, и тогда мы уже выпьем шампанского. Поздравляю тебя. Это я отмечаю день рождения Леночки Репиной. Отмечаю я его нулевым пивом покаместь, потому что мне еще работать сегодня. Ну вот мне принесли кольца кальмара. Сижу я в шикарном ресторане на Дерибасовской, который называется «Пивной сад». Вот такой замечательный ресторан. Я пока мест тут сижу одна, никого нет, за мной ухаживают. Спасибо. Дорогие друзья, из Одессы я привезла Ленусечке от ее друга-художника. Олеж Кадрямин, да. Большое тебе, да, огромное человеческое картину спасибо. Картину в подарок. Я думала, что Лена заберет ее домой вот в таком красивом собранном виде, как сделал художник. Он запаковал конкретно, я ее еле домой доперла. А Лена говорила, что это будет размер А4, и я положу в рюкзачок. Да. Но я предлагала Лене забрать так, но она говорит, открывай. Я видела эту картину, я ее увидела, я влюбилась с первого взгляда, я ее увидела в Фейсбуке. Олег сказал, что мне ее подарит на мой день рождения, чему я сначала была и удивлена, и растрогана, и все это было очень прекрасно. Па-па-па-пам, барабанная дробь. Это же муж, да, вот так? Так, оп. Под окошком снегири греют куст рябиновый. Наливные ягоды зреют на лету. Ленуська, ну читай. Праздничный обед. Автор Олег Дрямин. А, 2021. 53/56. Картон акрил. Акрил, да. Да. Праздничный обед называется. Давай на свет немножко выйдем. Да. Уже мы целлофан снимать не будем. Так засвечивает, что... мамчик. Засвечивает? Да. Вот так, ну, вот ладно. Так, вот так. Все, потому все, что Ленуся еще везти это все домой. Да. Они такие объемные, да, эти ягодки? Да, да. Потрясающе. Ну вот, долг свой я выполнил. Подарок привет. Спасибо, Олежка Дрямин. Спасибо. Мне действительно очень приятно. Спасибо. Очень приятно, когда люди, которых знаешь только на Фейсбуке и ни разу в жизни не видел, а человек может сделать настолько приятно, настолько угадать твои настроения, твои вкусы, твою жизнь. Это дорогого стоит. Спасибо большое. Меня не было в твой день, я забирала в твой день рождения, забирала картину. Да. В Одессе. Да. Поэтому я тебе уже сегодня, спустя несколько дней, вручаю подарок. Спасибо! Поскольку ты девочка, и тут все в розовом цвете, я очень хочу, чтобы ты в спальне лежала и получала удовольствие. Да. Теперь смотри. Ну, понимаешь, мы иногда такое играем, что капец. В этот раз я играла женщину курящую. Мне было очень трудно. Я тебя не могу понять. Вот не могу тебя понять. Но я справилась. Ну, понимаешь, я из Одессы тебе вот такую пыльничку привезла. Спасибо. И вот такую зажигалку со словом «Одесса». Одесса, мой город родной. Она горит везде и всегда. Это прекрасно. Вот, я подумала, что тебе это очень подойдет. Мне очень подойдет. Да. Мне все подойдет, я все люблю. И еще обязательно маленький подарочек Лерочке тоже из Одессы. Вот, даже Ленуся. Лерочка! Птичка, иди, иди сюда. Дотя, смотри. Иди, подарунок вот тебе. Вот смотри. Вся в маму написано. Я королева, здесь я. Понятно? То есть давай королева, ручку. Здесь я, вся в маму. На тебе. Давай ручку. Давай. Оце будешь знать, что королева ты и вся в мать. Это все будут знать, поняла? Что королева. Во. Ну,
Теперь мои родные за стол. Мне кажется, очень важно, чтобы рядом были верные друзья. Те люди, которым ты можешь доверить все, что угодно. Разделить и радость, и печаль. Пусть говорят, что дружбы женской не бывает. Пускай болтают, но мы-то знаем. Поздравляю тебя, моя дорогая, с днем рождения. Будь здорова, счастлива, востребована. Пусть в семье твоей царит радость, любовь и благополучие. Многое лето, многое лето, многое лето. Судьба.